В Токио сакуры, а в Закарпатье расцвели шафраны. Целые поля первоцветов отсняли наши корреспонденты. Весеннее настроение в следующем материале. Эти бескрайние поля шафранов в дендропарке «Березинка» возле Мукачева. Шафран очень вынослив. Первым из цветов пробивается сквозь грунт, снег и сухие листья. Выдерживает температуру до минус 10 мороза. Шафран гефеля прекрасно у нас тут почувається. Як ви знаєте, він занесений в червону книгу. И под грифом «Неоцененный». Лесничие говорят, посетители иногда путают шафран гейфеля с посевным, приправы из которого являются одними из самых дорогих в мире, и добавляют его в блюдо. Может быть и наслідки. Ну, отруєння, просте отруєння. Бытує такая думка, что как первоцвет его вживати в салаты, либо еще что-то. Его не бажано так використовувати. Кроме того, за сорванный краснокнижный цветок грозит штраф. Посетители дендропарка говорят, посмотреть на цветущий шафран приезжают семьями. Побачили фотографии в интернете, что уже расцвели, и дуже хотели приехать и помоловаться, побачили на свои очи. У них дуже красивый колір, вони гарно пахнуть, мне дуже подобається. Виктор Ганущин – биолог и фотограф. В прошлом году его фото шафрановых полей набрало более 1000 лайков в соцсети. Сегодня ищет новый выигрышный ракурс. Блідий, коричневий, темний ліс в цьому листі. І раптом пробиває його оцей перший первісток, оцей весняний, оце квітіння. Воно завжди принесе радість. Такий перший сигнал, що все, зима закінчується, вже пішла весна. Шафраны только начинают цвести в Закарпатье. В горах ими можно будет полюбоваться даже в мае. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.